дорогие друзья, коллеги, члены нашей дружной профессиональной ассоциации, вот и завершается этот непростой, наполненный всевозможными испытаниями и переживаниями 2020 год. По сложившейся уже традиции, в канун новогодних праздников я хочу поздравить вас всех, моих единомышленников и продолжателей направления висцеральной практики, а также всех пациентов нашего центра с наступающим Новым годом и Рождеством. Какие бы официальные термины не применялись в отношении метода хиропрактика, висцеральный массаж, суть от этого не поменялась. Это один из очень эффективных способов восстановления здоровья. Мы с вами, кто правильно и грамотно применяет этот метод, запатентованный мною еще в 1995 году как способ коррекции функционального состояния организма, уверены в его эффективности. Мой личный многолетний опыт тому подтверждение. Это значит, что в ваших руках имеется инструмент, с помощью которого вы не только можете помочь себе, своим близким, но и многим страждущим. Уходящий год был непростым. Мы столкнулись с очень большой бедой для всего человечества, прямой угрозой здоровья людей, пандемии коронавируса. Наш центр не переставал работать ни на один день. И перейдя на режим онлайн, специалисты центра продолжали консультировать своих прежних и новых пациентов, обучать слушателей онлайн-семинаров, проводить онлайн-конференции и вебинары. За время карантина на нашем YouTube-канале выкладывалось много материала для оздоровления, как в домашних условиях, и как в домашних условиях усилить свой иммунитет, как правильно использовать время карантина и оздоровиться. Наша поддержка оказалась востребована и полезна тысячам наших граждан. Число подписчиков на канале Агулов ТВ выросло почти до 500 000. Да, сложная ситуация с коронавирусом. До сих пор она не стабилизировалась. Но мы с гордостью можем сказать, кто воспользовался нашими советами и занимался профилактикой, либо не болели, либо болезнь прошла в более мягкой форме. Столкнувшись с этой серьезнейшей проблемой, мы многому научились. А главное, еще больше, научились ценить настоящую дружбу и преданность своему делу, честность и порядочность людей. Появилась возможность объективно оценивать действия каждого члена коллектива в экстремальных условиях. В условиях карантина, запретов и дефицита необходимых препаратов. Я благодарю всех специалистов центра за труд. Особую благодарность хочу выразить доктору Смирнову Константину Анатольевичу за беспокойство и желание поделиться со всеми имеющейся проверенной информацией по оздоровлению и ведению сложных пациентов, в том числе и с коронавирусом. Также благодарю Мушаилова Руслана Ирсильевича за замечательные семинары и за сопровождение чатов для наших слушателей, которые постоянно нуждаются в совете опытного наставника и поддержке. Благодарю вас, дорогие наши пациенты, за доверие. С огромным желанием и уверенностью мы вступаем в новый 2021 год. Год буйвола, с новыми планами и огромным желанием помогать тем, кто в этом нуждается. И хочу с особой благодарностью обратиться к нашим администраторам, нашей съемочной группе, колл-центру и технической службе. Благодаря слаженности этой системы мы могли наиболее профессионально оказать поддержку всем обратившимся к нам за помощью. В этом году нашей компании исполнилось 25 лет. А в следующем году, в 2021 году, мы отметим 25-летие нашей профессиональной ассоциации специалистов висцеральных практик. Конференция состоится 2 и 3 октября 2021 года. Место проведения конференции мы сообщим дополнительно. Следите за нашей информацией в соцсетях и на Агулов ТВ. Приглашаю всех желающих на наш праздник здоровья, на котором выступят ведущие специалисты по оздоровлению, авторы уникальных методик, настоящие профессионалы, наши преподаватели. Академия порадовала своих слушателей уникальными семинарами, знаниями, которым нет цены,
С каждым годом преподаватели оттачивают свое мастерство, и в стенах нашего центра слушатели приобретают теоретические и практические навыки. В уходящем году состоялось еще несколько выпусков дипломированных специалистов. С каждым годом число таких специалистов растет, и нам все проще становится направлять обращающихся за помощью к нам по месту их жительства. Наши выпускники работают по всей стране, в ближнем и дальнем зарубежье. Как мы и обещали, Академия запустила онлайн-обучение. Такие семинары действительно пользуются большим спросом, и мы постоянно совершенствуемся. Чтобы улучшить качество знаний, в следующем году мы вводим расширенный курс по анатомии и физиологии, который будет вести наш преподаватель Романенко Александр Дмитриевич. Появится новый семинар по ЖКТ и микробиоте, преподаватель Бадалян Мария Феликсовна. Необходимость этих семинаров возникла опять же из-за высокой актуальности этих тем. Наши специалисты продолжают нести философию здорового образа жизни и обучают методике, которая позволяет каждому сохранить свое здоровье. Овладев методикой и получив диплом о профессиональной переподготовке, вы сможете начать свое дело. Основная наша задача – это укрепление здоровья нации. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и дальнейшего профессионального роста. Мы создаем отличную площадку для возможности каждому думающему специалисту поделиться личным опытом и заявить о себе. В следующем году у нас запланировано множество интересных обучающих семинаров. Мы приглашаем лучших преподавателей оздоровительного направления, которые готовы к сотрудничеству и желанию поделиться своим профессиональным опытом, отдать знания, накопленные годами, нашим будущим специалистам. Прошу обратить ваше внимание, преподавать свою методику я всегда доверяю лучшим моим ученикам. Обучайтесь только у аккредитованных специалистов, которые указаны на нашем сайте. Дорогие друзья, мне очень интересно и важно узнать ваше мнение, какие направления больше всего интересуют вас. Вы можете написать об этом в комментариях, и я хочу поделиться с вами еще одной важной новостью. В новом году я дополнил свой авторский курс темой проекционных зон. Те, кто знаком с моей деятельностью, знают, что на нашем теле есть много зон, рефлекторно связанных с тем или иным органом. Знание проекционных зон для специалиста висцеральных практик – это как карта к здоровью. Посмотрев на пациента, на его лицо и тело, проведя первичное обследование, применив пульсовую диагностику, можно оценить его состояние, понять, какие имеются нарушения и как с этим можно побороться, и как проработать. В результате многолетних наблюдений я выявил много рефлексий, взаимосвязи внутренних органов с участками на поверхности тела человека. Человек – это непознанная книга, и работа эта продолжается постоянно. В результате этих наработок появилась необходимость перевыпустить плакаты проекционных зон. В следующем году вас ждет новейшее издание комплекта плакатов и дополненная книга «Практические методы функциональной диагностики в висцеральной практике». Все это вы тоже сможете приобрести в нашем интернет-магазине. Надеюсь, эти пособия очень пригодятся вам в вашей деятельности, ну и также в повседневной жизни. Для того, чтобы разобраться подробно с новыми схемами, мы ввели курс проекционных зон в третий авторский уровень образовательной программы. Для тех, кто уже прошел третий уровень, мы будем проводить отдельно семинар, посвященный только проекционным зонам и методам функциональной диагностики. А также в этом году мы запустили онлайн-курс по проекционным зонам. Эти знания – важная составляющая для вашей профессиональной деятельности. Буду рад видеть всех желающих в моей академии. Готов научить вас и передать свой опыт, свои знания. Также готов к сотрудничеству со всеми, кому интересна эта тема. Будьте здоровы, счастливы. До новых встреч в новом году. Пусть Новый год принесет вам
и вашим близким счастья, крепкое здоровье, благополучие и хорошего вам настроения. С Новым годом, друзья!